Екатерина. Остались призовые места. Итак, третье место в категории любители. Рыбалкова Наталья. На Тюмени. Второе место Куликова Татьяна. Пеппи 2. И первое место категории любителей полданс артистик Черняева Валентина. Категория профессионала дипломом за участие награждается Еремеева Эля. Третье место в категории профессионалы Сальманова Юлия. Второе место в категории профессионалы Логинова Ева. И первое место в категории профессионалы Мухаметова Марина. В категории «Элит полданс артистик» награждается Минина Юлия. Шафикова Эльза. Соляри Колька. И призовые места в категории «Пол артистик элит». Я помню. Осинцева Оксана, третье место. Второе место. Категории элит. Полуартистик. Ну вот это вот, которая скачет. Усольцева Юлия. Полина. Безусловно, вызвали ваши бурные аплодисменты. Марк Осаковский и Луиза Корфьева. Разные призы от полета в спорт необходимы и нужны. У меня последний вопрос, Екатерина. Вот у нас в Тюмени все, мы завершили. Екатеринбург когда будет встречать следующий этап? 11 апреля, город Екатеринбург, продолжение следует. Бурные аплодисменты, браво всем! Спасибо и до новых встреч!